Сегодня во время прогулки для посыла любви мне было приятно представлять, что я к всему, что возникает в моем уме, отношусь с любовью, принятием. И я это представлял в том виде, что я воображение обнимал все информационные объекты, все мысли, все эмоции, ощущения в теле, все, что внешние объекты, все, что в моем уме возникало, я в своем воображении обнимал. И это так очень было приятно. Ничто не отталкивать, а все принимать. Любую мысль, любую эмоцию, любое ощущение. Свои эмоции по поводу целей в моем списке. Свои эмоции по поводу отношений с людьми, отношения к себе. И еще сегодня мне было приятно как-то так макинуть взором сейчас вот свою жизнь. И прикинул взором свою жизнь и осознал, что мне сейчас очень нравится, как складываются обстоятельства в моей жизни, и кажется, что все очень уместно, все складывается благоприятно, все развивается. И так вот я ощутил такую радость по этому поводу, так даже радостно смеялся от этого ощущения, осознания. И так вот предполагаю, что это вот возможно связано с тем, что вот последний месяц-два особенно, мы стали проводить встречи, на которых встречи в рамках клуба искреннего общения, и мы вот искренне общались во время этих встреч про наши эмоции, желания. И можно сказать, что это нам помогало очень качественно обрабатывать информацию. И в результате там у людей происходили прекрасные изменения в жизни. И у себя я замечал результаты сразу после этих встреч, как бы проявлялось. А сейчас, возможно, вот я осознал уже эффект такой суммарный. И так вот приятно подумать и об этом. А у нас уже такая заканчивается золотая осень, листья опали, стали идти снова дождики, а то лето и осень были очень сухими.